Николая Дроздова с круглой датой поздравил глава Сочи Анатолий Пахомов и депутаты городского собрания курорта. Мы очень рады сегодня видеть вас в Сочи, зная, что вы любите Сочи. И не бывало такого случая, чтобы был ваш день рождения, и мы каким-то образом именно здесь, в Сочи, не отмечали. Замечательная ваша передача в мире животных, да, я думаю, вот даже музыка, которая начинается, она сразу же человека делает добрым. А все эти ваши программы, они как раз и воспитывали там в каждом маленьком человеке, потом чуть-чуть подросшем, потом взрослом человеке, именно растили добро. Анатолий Пахомов, помимо прочего, вручил юбиляру знак признания и почет сочинцев. Сам же Дроздов признается, что очень любит Сочи и с удовольствием сюда приезжает. После моей родной Рязани мне ближе всего все-таки сейчас тот же город Сочи, потому что в течение уже более 10 лет почему-то я оказался, так сказать, принят здесь не просто как гость отдыхающий или что, а как соучастник процесса становления олимпийского города Сочи. Николай Дроздов был факелоносцем Олимпийских игр, активно участвует в экологических проектах, которые реализует курорт, а также в программах по патриотическому воспитанию. Один из них – это строительство в Сочи башни флагштока «Дружба народов». А еще Дроздов – посол доброй воли ФИФА, а значит, будет принимать самое активное участие и в футбольном чемпионате. В свою очередь, телеведущий вручил мэру диплом за поддержку патриотических и экологических проектов национальной программы «Держава 21 век», одним из авторов которой является Дроздов.